Стартовал второй этап Национальной республиканской олимпиады «Мынбала» для учащихся 5-6 классов сельских школ. Первый этап проходил со 2 по 10 апреля в онлайн-формате. По итогам тестирования во второй этап прошло 167 человек, из которых 35 – это учащиеся 5 класса, победители олимпиады 2020 года, которая проходила в городах Кокшетау и Петропавловск на базе Назарбаев интеллектуальной школы. В этом году второй этап пройдет в офлайн-режиме в центрах тестирования Ю-Стади городов Петропавловск и Тайынша и в районном центре Новоишимка с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Победители олимпиады получат возможность обучаться в ведущих школах страны для одаренных детей, республиканской физико-математической школе, специальных школах Белым инновация, Дарын и онлайн-школе Академии Елбасы.